Эпатажная и непредсказуемая Кончита Вурст вновь удивила поклонников неожиданным решением и появилась топлес на обложке нового выпуска популярного журнала Rolling Stone. Фотоснимки распространились по сети с удивительной скоростью и, как впрочем и всегда, вызвали бурю обсуждений. Вурст и сама опубликовала фотографии из журнала на своей личной странице в социальной сети Facebook. В статье издания идет речь о том, что на сегодняшний день Кончита является самой спорной звездой современности, которая, тем не менее, не может оставить равнодушным никого. К слову, сама Кончита в интервью признала тот факт, что Томас Нойвер, настоящее имя певицы, гей, но сама Кончита – гетеросексуальная женщина. Вот так вот.